документальное кино – жанр, который не слишком жалуют крупные каналы. Его не увидишь в кинотеатрах. Удел документалистики – фестивальный экран. Ярославцы имеют возможность познакомиться с неизвестными работами. Некоторые и вовсе только-только смонтированы, и мы увидим их, соответственно, первыми. Марина Смарагдова еще с одной темой фестивального дневника. Документальное кино, один из фестивальных дней, будет посвящен документалистике. Создатели лент уже приехали в Ярославль. Разговор будет серьезным. А нужно ли такое кино зрителю и стране? Фильмы предлагают ярославцам тему для серьезного разговора. Нужна ли спортивная документалистика как жанр? А если нужна, то для чего? Гости из Москвы имеют свою точку зрения. Основная масса спортивного кино снимается только по госзаказу от Министерства культуры, от правительства Москвы. Для каналов и для структур это неинтересно. Документальное кино действительно сопротивляется коммерции и пропаганде. Ищет дорогу к зрителю, говорят наши собеседники. Их фильмы о людях, с одной стороны, обычных, а с другой таких, которые внушают уважение к силе личности. Был другой фестиваль в Красногорске, и самое приятное, наверное, мы сделали фильм «Спорт инвалидов», и самое приятное было то, что этот фильм не только увидели и оценили, дали ему премию, еще нашлись люди, которые нашли силы и средства передать для наших участников, ибо во время съемок по завершению продакшена мы узнали о том, что главный герой, довольно известный спортсмен, олимпиец, он просто не имеет возможности выехать на очередное соревнование. Палитру фестиваля «День документального кино» внесет свои краски. Возможно, не такие яркие, как художественные фильмы. Но здесь работают другие критерии. Марина Смарагдова, Максим Сушанов, городской телеканал.